Давай посмотрим бустера. Пусто, без тебя в доме так пусто. Я так боюсь задохнуться. Лирика? Между ударами пульса. Бустеренко вернулся в рэп, и не просто в рэп, а в лирическую составляющую. Говорит, сам Слава, одна из лирических работ, что он записал. Это очень важный трек, я реально много души в него вложил. Про расставание что-то будет? Время давно уже вечер. Это что, этот, как это называется, блядь? Дверцы клаб, что ли? Звезды сияют так тускло. Время давно уже вечер, я даже не трогал завтрак. Я выкинул все свои вещи, ведь на них был твой запах. Я где-то 5 лет не пил, но ща прокинул залпом. Все в порядке, но поверь мне. Детка, я бы точно звонил тебе всю ночь, если был уверен, что ты трубку не возьмешь. Но поверь, нам больше не нужен второй шанс. Я сделал то, что должен был давно кто-то из нас. Все розы погибают без воды, и нас с тобою тоже не спасти. Так странно говорить, что мы друзья. Так страшно просыпаться без тебя. Как розы погибают без воды, так нас с тобою больше не спасти. Так странно говорить, что мы друзья. Так страшно просыпаться без тебя. Детка, давай на чистоту, в нас больше нет любви. Типа, детка, пойми, тут очевидно проекация. Все то же, что и ты. Время придет, и все пройдет. Сейчас скажу. Потерпи. Все в порядке, но поверь мне. Знаешь, я бы точно звонил тебе всю ночь, если был уверен, что ты трубку не возьмешь. Но поверь, нам больше не нужен второй шанс. Я сделал то, что должен был давно кто-то из нас. Все розы погибают без воды. Короче, просто Jersey Club это немного... Бля, что такое Jersey Club? Не знаю, для меня Jersey Club это вот что. Розы, ну, типа, это трек со смыслом, как бы. Типа что? Типа вот этого слезы не врут, да, получается, тоже. На этой теме как-то, может быть. Ну, это нормально, когда артист вкладывает в творчество что-то из реальной жизни. Поэтому как бы за это нет смысла осуждать. Потому что, ну, у творческих людей есть такое, вылить это вот в естество какое-то в каком-то виде. Вот как бы. Я бы такое не слушал. Но он со смыслом, правда. То есть я задумался, когда слушал.